Мамбарбия, Киргуду. Давай, 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 начинай. Если бы я был султан, я бы имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси Аллах. Неплохо очень иметь три жены, но очень плохо с другой стороны. Все будет нормально, вы не волнуйтесь, мы вас вылечим. Алкоголь – это наш профиль. Развяжите меня. А вы хорошо будете себя вести? Развяжите. Я понимаю, вы все мне не верите. Шляп сними. Что? Шляп сними. Это просто ужасно, ну. Это просто невыносимо, ну. Клянусь честью. Комсомолка, пионерка, студентка, слушай, она просто хулиганка, ну. Ничего не сказала, ну, только вошел. Клянусь честью, ну. Все, или она становится моей женой, и я еду прямо к прокурору. А ну-ка, погоди. Что такое? Ты погоди, не уезжай. Ну что, брат? Что? Да вот опять, понимаешь, аккумулятор. Да, понимаю. Со старым аккумулятором это не жизнь. А ты почему от меня удирал? Ты догоняешь, я удираю. Так, бьюш, точно. Ты удираешь, а я догоняю. Тихо! Я требую тишины! Или немедленно попрошу очистить зал! Свободу Юре Деточкину! Юра! Говорит наш дорогой шеф, шампанского по утра пьют или аристократы, или генерали. А сюда зачем приехал? А? Приехал зачем? Это вертищина Сакмегамаглеви. Эй, папаш, что ты тут бродишь? Я здесь гуляю. А потом отсюда погуляй туда. Да ну у тебя. Ее. Отец. А? Ты? Ну что, надумал ехать? А? Ехать надумал? Отец, ну давай, ну Демидова. Тут рядом, отец, ну давай, ну. Ну, решил. Нет. В Демидова, понимаешь? Нет, слушай, не могу я. Документ у меня, вот документ. Да плюнь этим, нет, ну что ты как мальчик, ну давай, ну писай. Нет, не могу. Ну давай я здесь, ну писай, ну плюнь на этот документ, ну. Будем знакомы, Аркадий, Георгий, хорошо. Люблю путешествовать. Не-не, я так не играю. Твой лучший друг, Гарсю, прилетает издалека. Ты мне с тобой повеселился, а у тебя даже торта нету. Нет, я так не играю. Заяц! Заяц! Ты меня слышишь? Слышу. Ну, заяц, у карику, ага, тьфу, погоди.